Всем привет, ребята, с нами Антон 301К, как всегда, и сегодня мы будем, и да, это уже пятая серия. Как вы помните, в прошлой серии я построил, вот сейчас я вам покажу, закрою дверь, чтобы никого там монстр не зашел. Забывал про так, все отлично, будем всегда нажимать на этот крестик. Короче, я построю вот здесь ферму. Вот, да. И она должна бы и расти. Вот. И как видите, я бы хотел собрать грибочков, мухоморов. Но мне сначала нужно три мухомора, а потом и три гриба. Это будет сложно, потому что я увидел первый мухомор. Вот. Так. Так, вот это я не знаю, что это такое. Так что ничего. Лежи просто это дерево. Так, вот второй. А макак. А как? Так. Так. Я не понял. А, вот, все. Вот, первый выпал. Ага, вот второй. А третий выпадет. Интересно, могу с топора? Если так, ладно. Так, давайте-ка. Так, о, все, и вот и третий. Давай еще заберем из заодно грибы. Так, где же найти гриб? Так, вот там неподалеку где-то есть гриб. Так, дерево, ты не гриб. Так, вот там я вижу свой дом, да, вот. А вот и гриб. Блин, да еще и тут и плыть надо. Блин. Давайте-ка черпнем водички, если пригодится. Так, ладно. А как уже выращивать грибы? Вот, так, ладно, окей. Ну, выпадет. Уж как-то пора. Блин, это какой-то фейковый гриб. В нем ничего не выпало. Блин. А я так думал, что он если выпадет. Ой. Ну, я видел там грибов, но там и далеко идти. Так, смотрите-ка, тут обычный лес, потом как-то сходим. Так, так, так. Блин, да и похоже, я не могу собрать грибка. Блин, этот бесполезный гриб. Вот, это бесполезно. Да, ничего он не может делать. Да. Все, тогда пошли отсюда. Ну, на, я могу, наверное, черпнуть водички немножко. Я думаю, кто-то наптоптал. Все, чтобы оно росло побольше. Так, окей. Тут они никак не растут. А на дерево? Нет. Странно. А как же выращивать эти грибочки? Блин. Похоже, с помощью камушка. Но у меня есть только гравий. Давайте-ка где-то вот тут пусть будет этот гриб. Так. Ну, была не была. Блин, тут точно нужен камень. Но у меня тут много камней, но это булыжники. Так. Так, окей, ладно. Так, а у меня есть какие камушки? Нет, нет. Но только есть булыжник. Блин, он у меня был под носом. Ладно, давайте-ка поспим. Так. Ой, так. Что, давайте-ка будем спать. Кстати, у меня уже скоро 700 подписчиков. Так что не забудьте подписаться на канал.
Вот. Так, ладно, окей. Что-то тут это дерево выросло. Так, это сработает? Нет. Так, а у меня в доме... Он сейчас вырастет. Так, тихо, осторожно. Давайте кого тут посадим? Гриб. Так. Так, здесь отступаем сколько? Раз, два, четыре блока. Раз, два, три, четыре. Так, и вот здесь. Их сажаем. Да в смысле нужен камень? Или же, как говорят, береза. Интересно. Так. Так, где у меня там кирка? Так, а это будет работать? Так. Если что, я уберу меч. Так. Только на березову. Ну, блин. А на это? Не, это не клюнется. Я не знаю, что мне делать. А вот тут? Нет. Блин, только это на березу. Ну, здесь нету березы. Ну, вот тут есть березы, но там их далеко. Так. Смотри-ка, можно посадить на камень, но сначала надо осушить это место. Немедленно. Интересно, мне хватает? Так. Так, потом гравий. Так, ну и с помощью... так. Песка. Вот и все. Так. Интересно, я могу создать свой портал в ад? Но я же не могу найти вот лаву. Да. Так, смотрите-ка, вот. Блин, это неподходящее место. Да вы что, шутите? А как оно должно расти? В болоте? Все, я ухожу из этого места. Да что-то машины гудят. Ладно, короче, вот тут где-то мы будем здесь строить вот подземную ферму животных. Но сначала мне нужно накопать побольше булыжника. Да, и надо сначала все сложить. Блин. Так, ладно, окей. Сложу вот этот сундук. Нет, там. А, у меня тут лежал здесь железный топор. Так, давайте-ка складываем водички. Так. Так, вот это тоже. Нет, ну, сложу несколько палок. Так, я думаю, что факелы мне тоже нужны. Так, вот это тоже сложу. Это мне не надо. Так, мне нужно побольше кирок. Так. Остался последний вещь, это яблоки. Кстати, мне нужно поесть. Захвачу одно яблоко с собой. Да ладно, сразу поем. Блин, а яблоко не помогает. Мне нужна какая-то еда. Ладно, тогда пошли. Но сначала я возьму... Так, последняя пусть останется. Ох, если еще она пригодится. Пошли-ка в свою шахту. Я его не спускался где-то уже лет 20. Ну, уже не прошло лет 20. Так что давайте-ка спускаемся. Если это видео наберется где-то 20 просмотров, что вы на меня подпишетесь. А если нет, тогда... Так, смотрите-ка, тут гуляет скелет. Тут есть уголь, давайте-ка добудем его. Блин, а я не знал, что тут и есть монстры. Блин, так, есть. Так, давайте-ка добудем вот этих 4. Так. Так. Все, 10 достаточно.
Ну, покажи скелет. А, тут крипер. Давай взорвись. Надо себе достать железный меч. Хорошо, что я его не убрал. Давайте-ка накрафтим все факелы. Так. Так. Ой, тут шар Эндермен. Это мне страшно. Так, тут побольше угля. Неважно. Вот, где-то вот здесь, в сторону мы будем копаться. Поставим факел. Все, и в эту сторону будем и копать. Все. Надеюсь, мы что-то тут найдем. Если я так правильно думаю. Блин, они так будут быстро заканчиваться. Так. Так, тут кто-то есть? Так, и смотрите-ка, что я нашел. Я первый нашел лазурит. Круто! А, тут только один лазурит. Я понял. Ну, давайте-ка прокопаемся дальше. Надеюсь, что-то мы тут найдем, если я так правильно думаю. Так, давай, давай. Так, а вот и первый уголь в этом шахте. Ой, это же новая каменная кирка. Я совсем забыл. Так, смотрите-ка, тут побольше. Давайте-ка я их соберу. Если что, у меня... Вот, если закончатся у меня палки, так что у меня есть только 11 вот этих темных дубов. Так, сколько? Так, 12. Это достаточно для такого. Так, тут больше. Так. Так, давайте-ка копаем, копаем. Так, позже еще ставить факел. Так, есть. Если будет весь один камень... Так, блин, если у меня когда будет много камня, ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай, давай. Так, давай. Так, что-то я пропустил? Нет, ничего я не пропустил. Так. О, вот и железка. Как я не заметил его. Железка еще пригодится, если что. Так. Так, давай. Вот это добываем. Так, я думаю, что все. Так, тут было 10. Ого. Я не встречал таких находок, если тут было 10 железа. Это много для такого. Так. Ой, тут гравий. Так, я знаю один способ, чтобы избавиться от этого гравния. Ого, сколько их тут было. А тут и уголь. Замечательно. Так, проводим такую дорожку. Итак, вот тут еще ставим факел. Так, сколько их тут? Ой, тут будет где-то полно. Так, ну все. Так, о, железо, хорошо, что я здесь. Так, ну а тут ничего не видно. Так. Так, давайте-ка заберем железо. Так. Так, и есть. Так, и есть все. Так, у меня лопата есть, но у меня пока лопаты нет, так что я буду копать с булыжника. Блин, одни эти находки. Блин, всегда гранит. И
еще и диорит. Все, уже начинается камень, да, это лучше, чем эти диориты, граниты, анцетиты, еще что-то. Так, угольный, но у меня пока есть запас уголя. Так. Следующая кирка. Так. Давай копаем, копаем. Подожди, жди, что-то найдем. Так. Так, и есть. Все, давайте-ка копаем. Так, тут уже есть земля. Так, это не важно. Ну, жаль, что в Окикрафте не дружим строителя. А чтобы посмотреть, где я тут копал. Так, я слышу пауки. Так. Блин, мне страшно, что тут где-то будут эти пауки. Давайте-ка заберем. Так. Так. Блин, да где они находятся? Так. Так. Вот где-то вот этом стороне где-то. Давайте-ка будем и копаться. Так. Так. А, и правда какая-то пещерка. А что тут? Блин, я только положила... Ой, ведерко. Давайте-ка... А, я думаю, что это алмаз, а это просто уголь. Ну, здорово, паучара, не ждал меня. Так, окей, вот здесь... Так. Так. Блин, надо бы закрыть. Ой, тут еще изи есть. Так. Осторожно. Так, а тут лазурит. Так, забагованная лава. Но жди, что-то найдем, если я так думаю. Так, тут еще раз лава. А, я тут был. Так, а вот эти грибы, но они не растут. Вот. Так. Наверняка мы не найдем алмазы. Может, они тут? Так. Так, окей. Так, это гравий, главное бы его не свалить. Ой, тут лава. Так. Чуть не упал. Чуть не упал. Ой-ой-ой. Так, тут железо. Давайте-ка скопнем. Ох, оно такое тяжелое, чем я думал. Так, осторожно. Так. Так. Так, это лава. Давайте-ка закрываем. Ой, так хуже. А, не хуже. Так, давайте-ка закрываем. Блин, а воду закрыть и лаву легче легкого. А, тут была только лава и все. Так. Давайте-ка пошли в эту сторону, если там мы найдем алмазы. Так. Так,
Так, тихо, осторожно. Так, плыву, 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 да-да-да-да-да. Так, давай, 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 давай. Все есть. Прости, паук. Ай! Тихо, я сейчас умру. Так. Так, тут водопад у нас. Водопад. Так. Тебе еще не хватало зомби. Так, тут лазурит. Смотри-ка тут, сколько тут обсидиана. Мог и я, мог и добыть. Так, а тут и подо мной лава. Нет. Блин, наверняка мы не найдем тут алмазы. И вот. А мне нужна алмазная кирка. Ох, блин. Так, смотрите-ка, тут куча гравий. Ой. Так. Блин, похоже, походка получилась так себе. Так. Так, давай, давай, давай. Так, я думаю, что я здесь был. Так. Давай, давай, давай. Так, давай, давай. Так, давай, давай, давай. Выбираемся. Ого, так. А где это я? Так. Похоже, я тут еще не был. Так. Похоже, если тупик. Тогда тупик. Ладно, давайте-ка вот здесь где-то тут остановимся, где я тут рылся. Может, я окажусь в каком-то там лесу, еще что-то. Так. Так, давай, копаем, копаем, копаем. Так, и есть. Ой, похоже, тут скелет будет. Блин, я ж... Так. Так. Так, давай. Так, это... Там он сидит. Так. Угу, так. Так, тихо, не выпадайся. Так. Так, и есть. А что, у меня уже не вмещается? Так. Так, давай, давай. Так. Так, ой, это я в воде. А я еще в болоте? Нет!
Так. Тихо, осторожно. Тихо, криперы, криперы. Блин, то тут бесконечное болото. Блин, похоже, я заблудился. Блин. Так, это какая-то шахта. Неизвестная. Так. Так, это сахарный тростник. Так, сейчас его подберем. Или же это и нет. Так. Блин, я уже такой голодный. Так, я помню. Так, это конец болота. Надо идти назад. Если я так думаю. Так, какое-то тут пустое место. Блин. Похоже, надо идти назад, блин, там зомби. Ой, блин. Так, смотрите-ка, мы куда-то здесь пришли. Так, смотрите-ка. Знакомое место. Похоже, кто-то тут был. О, мой дом! Ура, мой дом! Я думаю, что я уже и заблужусь. Ничего себе, вот это да! Ура, мой дом! Так, смотрите-ка, тут сахарные тростники еще здесь выросли. Давай вот здесь один пусть будет. А вот тут два где-то вот здесь. Ура, дом! 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 Место. Ох, я думаю, что я заблужусь где-то. Ну вот мой дом, как вы и хотели. Фух. Так, ну мне нужно поубивать вот несколько животных. Ой, блин. А я потеряла где-то свои ножницы. Напишите комментарий, если я ни разу не умер в этой новой выживании. Кстати, мне нужны еще и книжки для зачарования. Так. Так, у меня был... Смотрите-ка, есть глиная плоть. Какая вкуснятина. А божественно. Но мне это... Ну, это мало. Так, вот смотрите-ка, вот тут корова. Так. А так, давай, давайте-ка. Так, и есть... Ого, три... Ой, две коши выпало из одной коровы. Ну и где-то последнюю животное. Это свинья. Где-то я видел эту свинку. Вот и свинья. Пожалуйста. Так. Так. Так, вот смотрите-ка. Раз, два и... А где свинина? Шо, свинюшки, нету свинина? Ой-ой-ой. А я думаю, что у него есть. Локи Крафт меня обманули. Вот это да. Все, давайте-ка пусть будет переплавиться. Так. Так, у меня есть с собой уголь. Так. Если что, я железо тоже закину и добавлю два угля. Так, смотрите-ка. Вот тут у меня лежит два песка. Давайте-ка соберем, если. Так, и есть. И есть. Так, давай кушаем. Ну, наконец-то нормальная еда. Вот и все. Но, правда, нужно еще несколько поесть. Ну, ладно.
Блин. Так, кстати, я хочу сделать ферму овец, так что у меня было несколько заборов. Так, ладно. Так. Так, окей. Точка на крафте, мне много забора. Так, вот так. Так, а мне нужно где-то побольше. Так. Так. Так, вот еще забор. Так. Так, а мне нужна еще и открывашка от этого забора. Но у меня есть палки, но они уже закончились. А есть какие-то? Ну, где открывается? Что, нету такого? А, ну есть. Так, забаренная дверь. Все, давайте-ка где-то вот здесь построим ферму овец. Если что, будет подземная ферма коровы, вот, и свиньи. Но, правда, я не ношу вот картошку или морковку, так что ничего страшного. Так. Только переделываем. Так, так, но у меня будет загон большой. Интересно, мне хватает? Да, мне хватило. А теперь давайте-ка и так, а где оно? Так, окей, пока оно еще растет, вот, надо бы привести овец. Но жаль, что в болоте не, да, не появляются слизни. Так, вот первая овца я вижу. Да. Фух, блин, это будет долго, как я думаю. Блин. Ой. Так, ладно, давайте-ка пошли. Так, смотрите-ка. Вот почему они не растут? Напишите комментарий. А может, где-то вот тут? Так, или же где-то вот здесь. Так, а это сахарный тростник? Нет, это не он. Так. Вот как и что оно было, росло. Вот как. Так, давайте-ка сейчас глянем. Так, ну смотрите-ка, вот тут то же самое. Так, вот тут еще есть саженец. Надо бы собрать одно, чтобы оно выросло. Так. Это обычная грязь. Бесполезно. Ой, уже начинает вечереть. Ладно, давайте-ка пошли-ка. Так. Так, давайте-ка поплыли. Так. Так, блин, вот эти три деревья, вот, я не знаю. Так, все, давайте-ка пошли, пошли, пошли. Так. Все, давайте-ка пошли. Так, смотрите-ка, вот еще и приплавляется железо. Давайте-ка закинем еще один уголь, чтобы он так долго приплавлялся. Блин, мне нужно еще и достать и тыкву, чтобы сделать голема. Но я не знаю где. Вот и снеговика тоже я не могу. Тут нету и тыквы, да, и еще что-то. Так, я бы хотел себе сделать лопату. Так, вот железную. Вот и привести к дорожкам, куда я хочу. Так, давайте-ка приведем дорожку к моей шахте. Так. Так, давайте, давайте. Надо бы чуть не накосячить. Так, и есть.
Так, давай, давай, давай. Блин, надо бы сделать лесенку. Да, надо бы сделать лесенку. Так, ладно. Так. И вот тут надо тоже. Ну, давайте-ка как-то это сделаем, это 6-й серии. Так, у нас это приведет к огороду. Так, вот это еще тропинка. Так, это нет. Так, давай, давай, давай. Так, давайте-ка и вот сюда. Вот и все, вот я привел эти дорожки. Вот. Но надо бы вот тут сделать лестницу. Я не знаю. Но если сделать эту лестницу, это нужно 4 досок. А у меня 8. Прошу, так. А, целых 6 надо. А у меня не хватает, если я так правильно думаю. Так. Так, ну вот здесь тут правильно. Да не, надо бы сделать лестницу. Давайте-ка нарубим вот этих 2 деревья, которые они тут растут. Как раз у меня есть железный топор. Давайте-ка вот это и вот это. А вот это пусть оставим. Нарубим где-то уже в 7-м серии, я не знаю какой. Так, давайте-ка есть. Так, давайте-ка вот тут тоже рубим. Так. Так, есть. О, уже и саженец выпал. Хорошо. Вот здесь посажу и саженец. Так, вот тут. Надо бы вот это убрать, что оно не растет. Так, ладно. Надо бы найти вот это место, которое там, где поблизости вода. Так, вот и посадить, чтобы оно тут быстро росло. Так, где-то еще и вот здесь. Ну и вроде бы все. Так, ладно, окей. Так, осторожно. Все, у меня их целых 50. Давайте-ка пошли-ка. Так. Так, все, давайте-ка идем. Так, ну тут у нас... Так. Так, давайте-ка закрафтим. Так, давайте-ка 2 ставим. Ну, еще где-то пригодится. Так. Так. Так, вот так, чтобы это было красиво. Вот, чтобы подниматься. Вот. Так, смотрите-ка, оно тут чуть-чуть растет. Вот. Если что, на 5-й... Если что, на 6-й серии оно вырастет. Давайте-ка как-то сделаем как-то... Ой. А тут беда. Так, давайте-ка... А тут если... Так, если я так сделаю... В принципе, логичнее, если что. Так. Так, и есть так. Так. Нет, это тут неправильно. Так. 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 Так, ой, не сюда. Да что ж такое? Да как это сделать? Блин, у меня что-то получается как-то какой-то непонятный проект. Так.
Так, ладно, окей, надо бы как-то еще сделать и с заборами. Так, давайте-ка пошли-ка домой. Ой, уже и конец серии. Ну, ничего страшного, тут так. Так. Так, я думаю, что надо где-то побольше заборов. Так. Так. Так, есть. Так, вот так надо бы как-то сделать. Так. Так, все. Ну ладно, давайте-ка закончим эту серию. С нами был Антон 301К. Всем удачи и всем пока. До скорой встречи.